Меня пригласили спасать упавшую с 20 этажа маркизу. Ну, конечно, не на землю упавшую, а всего лишь на нижнюю часть крыши. В 238-ю к Пахомову. Так, а это кто подвязал? Это они вчера пытались ее поднять, эти дворники. Тут сказали, что она очень тонкая. Так, вот на этом она крепится. Да. Он вообще вырвал? Не, может он и не разбит. Он повернулся. Она такая тяжелая. Она очень тяжелая. Ну, она килограмм, наверное, 80. Сейчас, подождите. Она вообще неподъемная. Только лебедкой мы ее сдернем. Развели тут музей спорта. Сдвиньте, потом тяните, а то улетите. Что? Да. Давай, тащи. Так.
Подожди, нет, вот трос натягивается. Отпускай. Попробуй подтащи. Все, стой, я пойду на ту сторону. Понимаешь, у них трос был длинный. Они его натянули, зажали и отрезали. А мы его никак не натянем уже. А здесь вообще непонятно чего. Нет, там, по-моему, получше. Че, мы руферы. Может, тут все не так просто? Ну, давай попробуем сюда положить пока. Победа. Понимаешь, вот смотри, где тут должна быть вот такая ось 12 миллиметров, а ее нету. Ось туда улетела. Давай немножко назад отнесем и еще раз крутим. Давай еще назад. Хорош. Стоп. Нет. И никаких других отверстий тут нету. Распилить. Thank you.
Сейчас надо немножко вниз отъехать.